На одном конце этой трубки наклеена буква Т, а на другом буква Z. Запустим трубку пальцем со стороны буквы Z. И мы видим одну только букву Z, а буква Т как будто исчезла. Ладно, давайте запустим трубку со стороны буквы Т. Теперь видна только буква Т, а буква Z исчезла. Разберемся, как вращается трубка при таком запуске. С одной стороны, палец за счет трения вращает трубку на себя вокруг продольной оси. С другой стороны, палец отталкивает свой конец трубки от себя, так что трубка приходит во вращение вокруг вертикальной оси. Таким образом, трубка одновременно участвует в обоих этих движениях. Чтобы разобраться, почему мы не видим одну из букв, мы сняли движение трубки на скоростную камеру. Как интересно, обе буквы появляются наверху одновременно, и обе они прекрасно видны. Как же так? Значит, надо разбираться с движением трубки дальше. Обратите внимание, на конце трубки под пальцем скорости двух движений направлены в разные стороны, и поэтому они вычитаются. А на удаленном конце эти скорости направлены в одну сторону, и они складываются. Поэтому буквы, когда они находятся на верхней стороне трубки, движутся относительно стола с разными скоростями, дальняя с большой, а ближняя с маленькой. Чтобы убедиться в этом, мы сделали трассировку видео и проследили за движением двух противоположных точек. Видно, что буква Т прошла гораздо большее расстояние, чем буква З, и стала быть имела гораздо большую скорость. Буква на том конце, на который мы давим пальцем, движется перед нашими глазами медленно, и мы успеваем ее разглядеть. А буква на другом конце движется быстро и из-за этого размазывается, и мы не можем ее различить.